Так, всем привет. Мы продолжаем проходить в тылу врага. Да, давно мы начали, что-то мы так и не закончили ее. Вот здесь вот. Так, мы за американскую компанию. Так и будет стрелять, блин, там. Так, миссия называется высадка. Группа транспортных самолетов DC-3 с бойцами 82-й воздушно-десантной дивизии на борту еще только приближалась к заданной зоне выброски, а немецкие зенитчики уже поджидали гостей во всеоружии. DC-3 подверглись жестокому обстрелу более чем сотни зенитных установок. Многие самолеты были сбиты и, устремляясь по спирали к земле, губили в дыму и пламени не успевших выпрыгнуть парашютистов. В тот день нашли свою гибель многие отважные пилоты и десантники. Спускаясь на парашюте, лейтенант, командир одного из взводов, которым удалось все-таки покинуть свои самолеты, в немом бессилии наблюдал, как немцы уничтожают его беспомощных товарищей прямо в воздухе. Десятки его боевых товарищей так и не достигли земли живыми. Но сам лейтенант остался цел. Благополучно приземлившись, лейтенант, однако, обнаружил, что потерял во время спешного прыжка и не очень-то аккуратного приземления все свое снаряжение и оружие, и в его распоряжении остался лишь десантный нож. Таким образом, первой неотложной задачей лейтенанта было найти оружие и собрать вместе уцелевших бойцов своего взвода. Сейчас соберем. I could do with a beer right now. Блин, встанешь, и они увидят. Слепые. We had it coming.
Ну да, давай, давай, топчись там. And now let's go and stick our head in the meat grinder. Как надежно спрятался труп-то, а? Неубиваемый, что ли? The Germans are gonna learn how we do it in Missouri. Все, лейтенант, выходи. Give him some. Watch out, Hitler! Here we come! Let's show him who's boss around here! Let's blow their brains all over the place! Это что-то, это, короче, глюк, зависла игра в некоторых местах. Сейчас мы поможем вам отвиснуть. Geronimo! Вы его видели, да? We
hell, but it's our job. Let's give them the 4th of July. Вот почему. Бегом, бегом, бегом. For freedom. Show them, boys. Piece of cake. Давайте, давайте, а я вас в трактор увел. Give him some. Ага, это потяжелее техника будет. Show 'em, boys! Germans are gonna learn how we do it in Missouri. For freedom! Жалко, мин нету. Очень жалко. Надо его отвлечь. Let's show him who's boss around here. These Germans are possessed. Да ты встань. World of pain.
back in hell, but it's our job. Watch out, Hitler! And now here we go! And stick our head in the meat grinder! How long can this go on? Захотели они. Let's blow their brains. Какие снаряды? 10 бронебойных, 8 фугасных. We're back in hell, but it's our job. Do you folks think there's somebody else here who wants to be a hero? Вот он, Рэмбо. Let's show 'em who's boss around here. Давно бы так сделал. Let's blow their brains all over the place. Show 'em, boys! Let's give them the 4th of July. Piece of cake. Граната нужна. The Germans are gonna learn how we do it in Missouri. Give them some.
lucky day. And now let's go and stick our head in the meat grinder. Блин, чуть вот я вообще, а по своим огонь. Ёшкин кот. Стоп, 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 разогнался. А, это вон в том. Пойдем-ка вычистим. Сейчас мы их жарко встретим. Готово. Как курица гриль. Geronimo!
Шальная пуля достала. And now let's go and stick our... Ну а теперь что? Танк есть. Прорыв осуществим. Минус много. Вот и все. Вот и вся миссия. Ну все. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.